Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Сара Джессика Паркер – это просто звезда мирового уровня. Актриса, которая знает целый мир. Ею восхищаются, ей завидуют и, возможно, даже ненавидят. И хоть она сыграла десятки ролей в различных фильмах и сериалах, для многих Сара Джессика Паркер в первую очередь ассоциируется с Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Эта роль для актрисы стала знаковой, и после нее карьера Паркер пошла только вверх. И сейчас для многих Сара Джессика Паркер – это идеал не просто успешной актрисы, а также любящей супруги и заботливой мамы троих детей. Актриса счастлива в браке уже более 20 лет. Мужем Сары стал коллега по цеху Мэттью Бродерик. Наверное, то, что они оба знамениты и занимаются одним делом, стало ключевым в построении хороших отношений. И, конечно, в их браке было много трудностей, но это не помешало им стать по-настоящему счастливыми и преодолеть все препятствия. В 2002 году у звездных супругов родился такой долгожданный первенец – сын Джеймс. Но Сара всегда мечтала о большой семье. Так, в 2009 году Паркер с мужем воспользовались услугами суррогатной матери, после чего стали родителями двух очаровательных девочек. Когда на свет появился Джеймс, Саре уже было на тот момент 37 лет. Беременность была тяжелой, нужно было постоянно проходить обследование. Но все обошлось, и у актрисы родился здоровый малыш. После появления на свет первенца звездные родители полностью окунулись в заботы и все свободное время проводили с ребенком. И параллельно мечтали еще о детях. Но у Сары уже на тот момент были серьезные проблемы со здоровьем, и забеременеть она не могла. Так супруги решились на нетрадиционные методы – суррогатное материнство. «После рождения сына я много раз пыталась забеременеть, но ничего не вышло. Не было никакой возможности выносить детей традиционным способом. Я бы рожала так часто, как только могла, если бы это было возможно», – рассказала Сара Джессика после того, как 23 июня 2009 года в их семье появились выношенные суррогатной матерью близнецы Мэрион и Табита. Актеры снова постарались полностью погрузиться в радости быть родителями младенцев. Паркер и Бродерик всегда старались оберегать своих детей от публичности. Хотели, чтобы у их детей было обычное детство. Но поскольку родители много времени проводят с детьми, а за ними постоянно следуют папарацци, то снимков детей Сары Джессики Паркер в сети предостаточно. Очень часто журналисты следят за семейством на совместных прогулках. Сара и Мэттью часто гуляют с детьми в парке или просто прогуливаются по городу. И даже сейчас, когда девочки повзрослели и сын уже совсем взрослый. Джеймсу 18 лет, и он растет копией своего звездного отца. Также Джеймс еще с детства был очень яркой личностью, и это проявлялось в его стиле. Парня очень часто можно было заметить в очень ярких нарядах, в желтых, зеленых или даже оранжевых. Или же наоборот, в очень мрачных, черных, серых и других. И если сын пошел в папу, то двойняшки Табита и Марион очень похожи на свою мать. Кстати, своих детей Сара и Мэттью воспитывают без помощи нянь. Они все заботы всегда брали на себя и старались на съемке отлучаться по очереди, чтобы всегда кто-то из родителей был дома. А если не получалось, то забота о сестренках ложится на плечи старшего брата Джеймса. И он отлично справляется с этим заданием. Джеймс никогда не ревновал родителей к сестрам, и у них очень хорошие дружеские отношения. Семья Сары Джессики Паркер – это пример для многих звездных семейств. И Сара и Мэттью – настоящие трудоголики. Но они все равно умудрились так распределить свое время, что успевают и сниматься успешно в кино, и проводить больше времени с детьми. Сара и Мэттью очень заботливые, и мечтают, чтобы их сын и дочки также стали в будущем успешными. Но не обязательно в кино. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.